Это добрая традиция – раз в год собираться вместе, чтобы отметить день рождения деревни. В Гребнево ее не нарушают, вот и погода не изменила планов в этом году. Мелкий дождь не помешал празднику. Программа его была насыщенная, занятия по душе мог найти и старый млад, как говорится. Люди в Гребнево живут дружно и малую родину свою любят. По традиции состоялось чествование гребневцев, кто вносит вклад в развитие деревни. Активным жителям вручили благодарственные письма главы городского округа. От имени главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова искренне от души поздравляю с праздником, с Днем деревни Гребнево. Сегодня курсом президента, губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и администрации городского округа Щелково проводятся многие работы по капитальному ремонту объектов образования, здравоохранения, ведутся комплексные благоустройства дворовых территорий. Гребнево преображается. Продолжается реконструкция усадьбы. Постепенно появляются новые благоустроенные зоны. Капитальный ремонт школы номер 26 стал знаковым моментом, долгожданным событием. А новый школьный стадион – точкой притяжения для любителей спорта разных возрастов. Еще немало проектов ожидают своей реализации в будущем. Гребнево развивается, сохраняя при этом славные традиции и не теряя самобытности. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.